Что же делать? А я даже не знал, что сегодня медосмотр. Конохамару, и ты тоже! Единственный шанс – это техника соблазнения! Почему я? Конохамару, это неправильно! Ты еще красивее, чем реальная Тентен! Братик Наруто сказал, что это неплохая идея. Я все слышал! Кай-сенсей! Я не могу создать трусы из воздуха! Но есть кое-что, что я могу! Традиционные обвязки, только из прачечной! Большое спасибо! Гай-сенсей! Прямо сейчас и одену! Сначала превратись обратно! Первый осмотр зрения! Беру на себя! Бьякуган! Где разрыв? Справа! Тут? Слева! Вверху! Внизу справа! Слева! Справа! Снизу! Снизу справа! Все неправильно! Нет! Просто он смотрит на доску в соседней комнате для девочек! Слева! Слева снизу! Справа сверху! Доска для бьякуганов там! Бьякуган! Справа! Слева! Справа снизу! Правый глаз 38752. Левый 38781,5. Неплохо, Нейджи! Хорошо, дальше будет проверка слуха. Духа! Это мой конек! Ты что, совсем глупый? Слуха! Ой, извините. Слышу вас хорошо. Кишки! Слух, слух! Ты просто идиот! Мы смотрим, насколько хорошо вы слышите, ясно? Это вокалисты. Я это хочу сделать только с тобой. А он выбивается из ритма. А теперь ваше давление крови. Кровяное, а не кишечное. О, извиняюсь. То есть... И не температуру. Это больше похоже на реалити-шоу, чем на обследование. Дальше измерим ваш рост. Быстробровик, я выше тебя. Посмотрим. Если я смогу обставить Наруто, то Сакура будет осматривать меня в комнате с видом на ночное небо. На этот раз я точно выше. Интересная стратегия. Но я не отстану. Вот тебе. Ах, значит так? Не ослаблять натиск! Еще разок! Гематомы не считаются! У тебя больше, Наруто. Последняя часть обследования. Долго же вы? Сакура-сан! Ах да, ну все понятно. Ты же у нас ниндзя-медик. Сакура-сан меня обследует! Конечно, это не комната с видом на небо. Но Сакура все еще будет слушать мой пульс. Она услышит, что мое сердце бьется только для нее. Следующий Ли. Да! Вот! Так, глубоко вдохни. Слишком глубоко! Просто, просто дыши! Хорошо. Это... Вокалисты? Любовь — это война? Я выражу свои чувства к ней с помощью ритма сердцебиения. Братик Густобровик страдает от сердечно-сосудистой аритмии.